Я приветствую всех своих единомышленников, нумизматов, коллекционеров, банистов также. Да, вот уже где-то 7-й год подряд, наверное, поздравляю своих нумизматов, подписчиков и так далее. Немножко эпично, что я вот прям на Красной площади возле мавзолея. Сегодня 31 декабря 2021 года. Этот год заканчивается сегодня. Буквально через пару часов я смонтирую видео и по понятным причинам буду уже очень сильно занят. Ну, то есть работа, праздник, потом сон. Поэтому немножко зараньше сделаю за полдня. Я желаю в этом году, чтобы сбылись ваши финансовые планы. Потому что я тоже планирую из финансов. Какую-то финансовую стратегию тоже планирую. Этот год был, ну не то чтобы сказать сильно плохим, да, был плохим. Но не все было плохое. Если сказать, что плохим, то мы как бы перечеркиваем все хорошее, что было в нынешнем 21 году. Кое-что было, конечно. В следующем году планируется также стагнация, я полагаю, в нумизматике. Нет смысла покупать, чтобы продать в ближайшее время. Есть смысл только накапливать по возможности монеты и так далее. Эксперты говорят, ученые, 4 года будет длиться пандемия. Поэтому если прошло года два, то следующий год, третий, надеюсь, будет затухающим в плане пандемии, поскольку наверняка выйдет уже назальная вакцина. Спрей. Именно спрей. Вот. В общем, друзья, все. Сейчас часы. Сейчас вы видите заставочку часы. Вон. Спасская башня. Вон она. Сейчас часы. В ближайшее время пробьют без 5:12 ночи. И вы увидите также параллельно с этим видео выступление президента. Все удачи, ребята. Я всех поздравляю. Всем пока и с Новым годом!